Меня зовут Роман, для знакомых просто Рома. Я всегда готов для изучения чего-то нового. Каждый день убираю знания в свою голову. Точно знаю, что они на вес золота. Я гимназист и ношу это звание гордо. За 8 лет я достиг уже многого. Плаваю не хуже рыбы, играя на фортепиано. Мои родители гордятся мной по праву. Я люблю танцевать, меня этому учат люди. Хочу дарить улыбки всем людям. И абсолютно честно, всей своей душой. Хочу быть лучшим папой, когда стану большой. Ну а пока я стараюсь прилежно учиться, быть примером, которым можно гордиться. Пройдут года, я обязательно добьюсь успеха. Не буду с тем человеком, что вызывает смех. Моя дорога состоит из труда и стараний. И я уверен, что выбор будет правильный. Моя мечта в моих руках, осталось немного. Закончу школу. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода. Может быть, навсегда. Каждый день для меня открытий полон новых знаний и знаком с новых. Это не тайна, ведь чтобы добиться успеха, надо выбрать правильный жизненный вектор. Именно поэтому не трачу время напрасно. Моя жизнь наполнена разными красками. Спорт, музыка, учеба и друзья, конечно, непременно делают меня успешным. Буду стараться прикладывать все свои силы, чтобы стать лучшим в том, что я выбрал. Есть яркий стимул для достижений побед, потому что именно мой 21 век. Я представитель будущего поколения. Оно ярким будет, я в этом уверен. В тени сомнений, стены заявляю смело. Вы будете гордиться тем, что я сделаю. Моя дорога состоит из труда и стараний. И я уверен, что выбор будет правильный. Моя мечта в моих руках, осталось немного. Закончу школу. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда.